Моего племянника. Ты помнишь, я рассказывал тебе про него. Он пишет, что дело очень важно. Надо найти волшебный кристалл. Кристалл? А не это. Я нашла его на берегу. Он так красиво переливался, и я его взяла. Похоже, что он. Вот что. Отправляйся-ка ты в лагерь. Но мне придется задержаться. Волшебное слово говоришь? Ну что ж, попробую. Ну вот, мы почти пришли к замку Снежной Королевы. Да, но последний, шестой кристалл, мы так не раздобыли. Я знать бы, нашел ли дядя кристалл. Да даже если нашел, как он найдет нас в этих снегах? Уже нашел! Здравствуй, дорогой! Здравствуйте! Нелегко было найти вас, но волшебное слово мне в этом помогло. А вот и ваш кристалл. Ух ты! Шестой! Последний! Сейчас посмотрим. Вижу. Вижу дорогу к замку. Ну что, вперед. Не дадим Снежной Королеве сотворить зло. Так, вы с Фрексом отправляйтесь к замку, а я вас догоню. Не обойдешься.